Русскоговорящие жители Канады вышли на митинг в поддержку жителей Донбасса. Люди возмущены массовыми убийствами. Митингующие прошлись маршем по Оттаве, а затем собрались на одной из центральных площадей города. В руках они держали плакаты с надписью «Я Ваня». Это название всемирного движения в поддержку мальчика из Шахтерска, который серьезно пострадал во время одного из обстрелов в середине января. Мы собрались на акцию «Я Ваня». Как видите... У меня просто слов не хватает, потому что прямо сейчас, прямо в эту минуту происходит убийство людей, стариков, женщин, детей. И это происходит каждый день. Каждый день происходит на территории Донбасса. Напомню, 9-летний Ваня Воронов лишился обеих ног, правой руки и потерял зрение. Сейчас за жизнь мальчика борются лучшие врачи Москвы.